Буча, Ирпень, Бородянка. Иногда бывает так, что внимание всего мира внезапно приковано к какому-то месту из-за трагедии. Ужасающей и ошеломляющей трагедии, которая оставляет раны в душе людей, народов и следы в городах. Вот это дом культуры в Ирпене, который во время войны был полностью разрушен снарядами. Сейчас люди разбирают обломки. Это место, с которого за мостом начинается Буча. Сразу за мостом. Несмотря на предупреждение должностных лиц о том, что жителям пока не дано добро возвращаться, уже второй день здесь образуются длинные пробки. Сегодня вернулся, как раз с маршрутки иду и смотрю на всякий случай, оно не оно, понять. Было в публикации, когда только самые первые публикации по Буче были. И вот тут на повороте два тела лежало. Вот здесь с велосипедом он долго лежал. И дальше еще молодой человек, который сосед, который его пытался вытащить тот день. Его тоже достали. Так, тут много тел лежало очень. Дома есть дома, тут плохо, да, все разрушено, но надо как-то восстанавливать. Надо стараться. Здоровье есть, руки, ноги целы, слава Богу. Остальное можно заработать. Тоже надеюсь, что все будет уже дальше хорошо, но зато я почувствовал себя единым со всей Украиной. Это очень много. Находимся на центральном кладбище Буча, где мы видим каждый день по несколько десятков идет захоронение жертв, которые были в оккупации. То, что именно в городе Буча случилось в громаде, 415 на сегодняшний день. По вашей должности первый человек, который в Буче зашел и видел, что там творилось. Ну, это страшно. Я был до 13 марта в городе, пока не начали полный беспредел. Мы просили российских дать нам разрешение собирать трупы. Просто собаки их уже ели на наших глазах. И буквально с третьей попытки разрешили собирать, и то только в центре. Потому что на машине нельзя было ездить. Кто ездил на машине, расстреливают сразу. Вот если там с той стороны, да, Варшавской дороги, то там расстреляны все машины. И оттуда тоже трупов доставали. Там есть ребята с ТРО на том видео. Попросили их перезахоронить. Ну, точнее, нормально захоронить. Там мой сосед был. Руки у них были завязаны, стреляны в голову. У кого, ну, большим калибром стреляли. Даже не с автомата Калашникова. За счет города, ну, все захоронения происходят за, ну, бесплатно. Бесплатно, за счет города. Вся атрибутика, все тоже бесплатно. Дальше потом мы сделаем мемориал, ну, приведем это красивое русло, ну, все сделаем правильно, чтобы вся страна, весь мир видел, что такое русский мир, какой ценой. А надо ее кому-то делать, да. И потом будем плакать. Сейчас пока никогда. У меня муж боевой офицер спецназа, подполковник. Когда началась война, настоящая война, пошел защищать, он был в отставке уже, пошел защищать родину. И погиб вместе со своим другом на блокпосту. И вот сегодня их хоронят. Мы уже вчера хоронили, друга хоронят сегодня. Сам он проживал в Буче, а погиб в Ирпене. И нашли там недалеко от блокпоста, где они стояли. Сначала они 5 марта пропала с ними связь, и мы искали долго, искали полтора месяца.
потому что они пропали 5 марта, они были на территории оккупации, ну, пропали там, где русские были, и мы надеялись, что, может, они в плен попали. Сейчас ставят ему флаг, потому что муж герой. Мужа отец, и у меня отец русские, ну, а мамы украинки. Так что мы, получается, вообще для нас это... Я не понимаю до сих пор, зачем, почему и как так. Это глупость, это беда. Но мы стали крепче, мы стали сильнее. И у нас, нас невозможно ни сломать, ни победить. И победа будет за нами. Вот эта война унесла у меня, это уже третий такой близкий друг сегодня. Вчера вот Юру похоронили, сегодня Радика похоронили. Перед этим похоронили моего сотрудника из Бородянки. Здесь рядышком нашли под завалами. Нашли под завалами всю семью. То есть его нашли, супругу нашли, ребенка нашли. То есть да, эта война уже унесла, ну как минимум, троих моих близких, а знакомых это не перечислить, это уже много. Вячеслав Преподобный по профессии хирург. Работает неподалеку, в Ворзеле. В течение всей оккупации он находился там, оперировал. Он рассказывал, как российские солдаты чуть его не сожгли заживо. Пошли кормить моих собак. И рядом, напротив, у соседей была открыта калитка. Пошли посмотрим, что там происходит. Буквально там метров 50 напротив дома меня. Заходим туда, а там трое русских солдата. Сюда. Мы зашли во двор на колени. Мы встали на колени, руки подняли. Вот, а стали мы, я обратил внимание, в лужу. Соседи, они сделали коктейли Молотова, вот, оставили их и уехали. А эти залезли во двор к ним. Там, они мародерничали, они обнесли у нас весь поселок. И, видимо, вот начали, залезли в гараж, или где там эти коктейли были, увидели эти коктейли, разбили сразу же. Потом один из них говорит: ребята, вы отойдите в сторону, я их, говорит, сейчас сожгу. Берет спички, достает, а мы стоим в этой луже, ну, из разбитых бутылок. Он берет и кидает, одну зажигает, кидает, она пока подлетит, потухнет. Вторую поджигает, кидает, она подлетит, потухнет. Но я так понял, что еще пару спичек, и мы, ну, сгорим. Я ему говорю: я врач. И на него это как-то подействовало. Когда русские пришли, мы остались все. Моя женка ушла пешком. Колонну расстреляли там на переезде. У меня на глазах. Колонну расстреляли. Вот так, в лоб. Две машины, вот так разворот, и 5 трупов валялось. Я потом еще через месяц помогал их собирать. Моего отца убили во время оккупации. Оккупанты зашли во двор, взяли их телефоны во дворе. Они тут жили впятером. Оккупанты вошли, забрали их телефоны, сказали: покажите свои телефоны. Через какое-то время всех вывели на улицу и спросили, чей этот телефон. Это был телефон моего отца. Они завели его за угол, я вам покажу куда, и там застрелили. Чеченец говорит: чей телефон? Сашка говорит: мий, на выход. За что? На выход. Он туда зашел бы. Очередь, еще выстрел там. Ну, мы все поняли. Тело лежало примерно здесь. Там его кепка висит. День оно тут пролежало, и потом похоронили его там. День он тут пролежал. До тела доступа не давали и не разрешали забрать тело. Только днем его товарищи вырыли яму и ночью похоронили. Близкое оточение выкопало. Вот тут вырыли могилу, и похоронили. И вот такого размера могила. Хоронить не разрешали, только вечером вырыли яму, взяли одеяло, аккуратно завернули и похоронили. У меня в мои годы от судорог отнялись руки и пропала способность говорить. Лежал в постели и все. Сказал: стреляйте, только дом не сжигайте и детей не расстреливайте. Больше ничего. Я уже с жизнью попрощался. А им-то что? Без разницы, малые или старые, стреляют во всех подряд. Ужас творился. И дальше как?
Не боитесь, что опять они вернутся? Да не, не вернутся. Они сюда зашли с большими потерями, ушли сюда, отсюда с большими потерями. Тут все уже наши, уже все, там окопы, все, сюда уже не вернутся точно. Потому что они сюда не дойдут. Я уже не боюсь этого. То, что мы пережили, уже этого не боюсь. Вы поймите, мы каждый день вставали утром и обнимались. С дядей Сашей обнимался, с тем. Я со всеми обнимался, потому что день выжили, уже хорошо. Слава тебе, Господи. Жили, не тужили, все было как в раю, а приходом русского мира все осталось, как видите. Ой, да, в таком возрасте уже в 64 года что-то начинать, то не очень-то хорошо. Приходится молодеть, потому что деваться некуда. Вот первый день у нас были кадыровцы, по-моему, я так знаю, потому что у нас собака ротвейлер была, они застрелили ее. И мы сидели в погребе, они в доме там, ну, как говорится, пировали. Ну, слава Богу, что они нас не нашли в этом погребе, бо могло быть печально. Я с вами не разговаривал бы сейчас, но я так думаю. То люди совсем другого, самые последние, наверное, и даже ниже плинтуса. Можно праздновать второй день рождения. В погребе сидели, пришли, вытянули нас туда, поставили к забору. Когда забрали, там стояли как живой щит. Нас выгоняли туда и ставили, куда сборные силы Украины стреляли. А мы стояли там, как их гарантия безопасности. А мы, когда с подругой сидели, остались здесь вдвоем в подвале. Мужиков наших увели, нас отпустили. Мы сидели с ней в подвале, и постоянно стрельба. Значит, вы были, в принципе, в плену сколько дней? 3 или 4 дня я там был у них. Ну, потом как-то они, ну, смирились и всех оттуда выпустили. В этом подвале, где потом находили очень много людей, где глазами выжженными, вот это, расстрелянными, вот этим подвале. Ну, нас как-то повезло. Очередная бригада зашла. Я объясняю им, что, ребята, тут уже брать-то нечего. Вы уже вчера, позавчера были у нас. Все разбито. Дома, не бейте, говорю, дома открыты полностью. Заходите, проверяйте, чистите, как вы говорите. Но страшная нация, просто страшная. Удивительно, людей постреляли ни за что, ни про что. Знакомых здесь. Просто выезжали, ребятки развлекались. Просто развлекались. Женщина, пожилая женщина, готовила там еду, заскакивала сзади, выстрелили, наша знакомая. То ли они озверели, то ли они были под какими-то препаратами, кто их знает. Они думают, что дойдут на Украину и цветами будут встречать. Мы их встретили. Бородянка. И этот город у Киева попал под российскую оккупацию. И российские солдаты покинули город, оставив его в руинах. Повсюду разгромленные, сожженные дома. Статуя Тараса Шевченка, украинского народного писателя, осталась с пулевыми отверстиями в голове. Вот, они его туда бросили. Вот видите, нет целого подъезда. Вот нет. И ресторана нет. Вот. А оно уже потом взрывной волной все пошло работать. Это все это вот такая взрывная волна страшная. Дом, я же говорю, дома так поднял и поставил. Это был первый снаряд. Второй снаряд вот так раскачал. И все. Я с сестрой уже попрощалась. Вот вот тут с подвала вытащили людей вот это. Засыпало их тут. Ужасной смертью, ужасной. Да, они там не, говорю, не выйти не могли. Расстреляли, чем вот так кричали, вот, кричали, еды, просили помощи. Воздуха. А эти что гуляют, просили. Гуляют, ходят. Просили помощь. Ну, и трупы, трупы везде, трупы. Я прятался в ванной. Не, ну сначала в подвале, потом в ванной, а потом нас волонтеры двое пришли, людей собрали, кто тут. А почему в ванной прятались? Ну, самое безопасное место. Почему? Ну, чугун. Целая комнатка эта. Стена. Одна, вторая уже стена ждет. И вот я между ними положил, между унитазами и ванной, и этот самый матрас. И вот там спрятался, спал. И это самое. Какие-то печенье были там, грызли. И выглядывал вот так. Они тут ходили, техника. Земля дрожала, это самое, 2 дня.
Сколько тебе, как саранчи? Техники сколько? Днем и ночью едут. Тяжелая техника, легкая техника. Все на танках кричат, орут, стреляют вверх, правда. Ну, завоеватели. Заходите. Только не падайте в обморок. Вот, вот, смотрите. Иди сюда. Окна нет. Новое окно. Стены нет. Видите? Только поставила новое окно и ремонты начала. Вот новая люстра, две осталось вместо трех. И вот смотрите, что поделали. А вот мой мамочка, а вот мой папочка. Наверное, они нас спасли. Мои хорошие. Их бы вы знали. Если бы папа знал, что такое будет и мама, и братик. Родители, простите, мы не виноваты, что ваши портреты не на стенке. Вот так держали. Мамочка, папочка, помогите. Братик, помоги нам выжить. Наверное, помогли. Наверное, нас услышали вот там. И где вы находились тогда в тот момент? В туалете. В туалете? Да. С сестрой? Вот так обнялась. Прощай, сестра. Вот и с сестрой. Сестре 72 года, а мне 68. Это надо такое пережить. Когда это все это падало и бомбили, мы были здесь, а потом уже убежали туда. Идите прямо, да, покажем, где мы жили. 13 или 14 человек. Проходите. Вот, видите? Нормально? Вот это мы лежали здесь. Две недели. Да. А холодно? Это ж было мороз. Это был ужас. Сутки мы не выходили ни днем, ни ночью. Ну, говорят, сидите, не вылазьте, бы вас, ну, пристрелят, если будете лазить. Мы слышали автоматные очереди и говорили, о, кого-то опять уже расстреляли. Угу. Не так пошел, взяли, пристрелили, и все. Когда российские солдаты заняли Бородянку, поначалу людям не разрешалось выходить на улицу. Но позже было разрешено. С одним условием – на руке должна быть белая повязка. Ну, уже когда разрешили выходить с белыми повязками, ну, было уже легче. Ну, первый раз трошки было страшно. Когда вышла, они там. А я говорю, можно? Кивай, можно? Можно. Вы с ними разговаривали? А как же? Я как учительница спрашивала, как вас зовут, первый вопрос я же вам говорила. Они отвечали, Славик, Дима, Витя, Сережа, Дима опять. Разговаривал, ну, а как, ну, а ну как не будешь разговаривать? Они же тоже живые люди, вроде бы, понимают. Вот это я начинали здесь, потому что они, это русские мне, потому что гараж, и когда огонь не видно, и когда стреляют, стреляли сильно, так мы вот так вот стояли, вот так. Пока у меня там варится борщ, вот так вот прятались. А потом за кастрюлей бегом. Сначала люди варили борщ тайком около гаража. Затем русские позволили готовить пищу ближе к дому и более безопасно, на углу дома. Привозили, детки писали, так я вот это все сделала. А что он там написал? Скажи, поляница. Это скажи, что? Поляница. Ну, когда вот это русские приходили и спрашивали, они не поляница – это хлеб. И они не могли это слово вымовить, поляница. Они как-то паланица. А кто-то из детей вообще карту Украины, что все будет наше. Понимаете, это нельзя передать. Это просто нельзя передать. Вы согласны со мной? Это очень тяжело, если уже дети. И у нас даже дети вот по Бородянке, они когда ездят там на велосипедах и все, они не говорят «добрый день». Они говорят «слава Украине». Мы героям слава. Все. Просто страшно и обидно. За что? Просто задаем себе вопрос «за что?». Ответа нет. Правильно?
Спасибо всем, кто к нам приезжает. Потому что это поддержка, это какая-то надежда на то, что все-таки мир поможет. И мы... Перемога будет за нами, как мы говорим. Правда? Так что такие. С кастрюльками бегали. Снаряды летят, там стреляют, а мы с кастрюльками. Город начинают восстанавливать в надежде вернуться к нормальной жизни. Интернет восстанавливаем. Был порыв магистрали основной. Сделали вставку, сейчас подварим, чтобы подать на город интернет. А дальше уже кто вернулся домой, тоже будем домой подавать интернет. Вот и все. В пригороды Киева домой начинают понемногу возвращаться люди. Хотя улицы и дома до сих пор еще пустынны. И городок Ирпень сильно пострадал от бомбардировок. Хотя российских солдат здесь уже нет, сейчас владельцам пустых квартир нужно беречься от мародеров. Люди сами организуются. Вот внутренний двор. За безопасность дома отвечает местный житель Луис Анвар. А вот это мой магазин, его обокрали его нас, эти мародеры. А, ваш магазин? Это мой личный магазин. А. Обокрали, и потом меня обозвали. И украли все, что есть. Украли ноутбук, деньги. Зашел в стекло не то, и два двери поломанные. Будем сразу заработать, будем дальше. Открывать магазин, семья кормит и жить нормально. Больше нам надо, больше ничего. Что было мир, и война закончилась. Я из Сирии. Из Сирии? Да, бизнес в Украине. А когда вы приехали из Сирии? В 19-м году, когда начала война в Сирии. Вызывали на армию, я воевать не хотел. Это не моя война, я ушел, сбежал. Ехали на Украину, настроил жизни. Настраивался, слава Богу. Жена нашла хорошая украинка, и женились, и все нормально, и слава Богу. Магазин купили, арендовали, начало купили потом его. И живем, все хорошо было. А сейчас очень плохо. Ни денег, ни табак, ни бизнес. Ничего нету. У нас дом в Сирии бомбили, русские. Сбежал, оказалась вторая война, прошла сюда. Война нам никому не нужна. Сегодня только вернулись подбирать, и что вы сегодня вот, делаете? Вот это ж пытаемся что-то сделать. Что-то как-то убрать это все. Потому что надо сажать, как вы говорите. Да. Весна. Надо, чтобы цвело все. Какой силой удар был, что разорвал восьмерку шпильку. Вы не боитесь, что опять... Опять я приеду? Да. Значит, уже и я тогда пойду пенсионер, куда я денусь, если опять приеду. Воевать? Ну а куда же? Мне не нравится, что они тут натворили. Я их сюда не звал, они сами пришли. Русский мир. Да. Русская весна. Ну у нас-то зацветет. А вот у них листики поопадали. Уже порядка 20 тысяч накидали их. Одна, другая. Вот они, осколки. То есть видно, это вот было 5 ракет, которые выстрелены. И 5 входных отверстий в доме. Даже номер можно определить. Таня, еще одна где-то у тебя. Это такие подарки. Подарки вам? Да, это как раз на мой день рождения вот такое прилетело. Когда это случилось? 5 марта. Вы же скажите, что оттуда и что, да? Да, вот оно входное отверстие. И вот оно пошло сюда. И мы как раз вон там стоим, нам повезло, что мы там были за углом и нас не затронуло. Ну вот заходите сюда, вот тоже, вот видите. Это тоже влетело вот. Кто думал, это такие братья. 300 лет они нам с лишним жить не дает. Ну, если не больше. Если запретов на украинский язык было только 140 с чем-то за все время. Лаки, коротко меня называют. Занимаемся гражданским разминированием территории. То, что у нас осталось после военных действий.
Мы здесь живем, мы коренные жители, и сейчас помогаем городу отстраиваться, выбирать те опасные предметы, которые ну, сейчас люди боятся и не подходят. А мы это подходим, забираем. Вы сам по профессии? Не учитель физкультуры. А, так получилось, что нужно было брать работу, делать. А, легче было отказаться, а сложнее было начать делать. Ну, принял решение помогать. Опасно или работа это? Даже сама по себе опасна, не только работа. Если будем бояться, будет опасно. Нужно страх немножко приглушать и действовать, и видеть, что будет лучше. Есть опасения, мы здесь не в игры играем уже. Все. Тренировки закончились, пошла настоящая жизнь. А света нету пока? Нету здесь вообще ничего. Вот это в таких условиях живу. Мы все время здесь остались, пока война. С первых дней войны. С первых дней войны я здесь, и вот тут вот я находился. Вот тут вот мы, пять человек нас находилось. Вот они. На этом топчане, не прикасаясь к стене. Вот так мы трое суток, не выходя отсюда. Ничего нельзя было, туда выходить никуда нельзя было. Здесь такая была бомбежка. Вон она сидит, бабушка, она вообще не ходячая. И вот это мы ее кормим, подкармливаем и все. Спасибо волонтерам, что хоть как-то нас спасают, выручают. Тут и готовим кушать. Вот, на мангале чай готовим, дрова рубаем, ходим, собираем вокруг. И все. Так и живем. Просто-напросто у некоторых людей высшего ранга России зациклила Украина. Они начали с Донбасса, они начали с Крыма, потом пришли сюда. Мы сильные люди. Пусть я по национальности русский, но я вырос на Украине. Я всю жизнь прожил в Донбассе. 25 лет отработал в шахте. Я говорил, говорю и буду говорить. Донбасс, Украина. Все. Теперь, слава богу, повезло. А вот соседи, к сожалению, которые вот прямо под нами, три этажа с той стороны вы видели, они остались без ничего, откровенно говоря, у них все сгорело. Да, да, мы поднимали, посмотрели. Это ужасно. Я не знаю, вот этих всех людей за что? Вопрос за что? Мы приезжали по обмену со студентами ГДР в Бухенвальд. И нам показывали документальный фильм о том, как немцев принудительно приводили в Бухенвальд, местных жителей неподалеку, Ваймар рядом и все. И как они шли, радуясь, смеясь, пока они не видели все эти газовые камеры, пока они не видели эту обувь и одежду. И вот тогда выносили в истерике бьющихся женщин и прочее. Я бы очень хотела, чтобы те россияне, которые утверждают, что это фейки, вот чтобы они увидели это воочию, просто-напросто. Самое ужасное то, что здесь очень много русских живут. Сюда приехали люди от войны на Донбассе. Очень многие. Тут раньше стояли машины, в основном донецкие номера, Луганская область. Они один раз убежали от войны. И многих здесь она достала. И это ужасно. И когда кто-то там из немецких или австрийских депутатов заявляет о том, то, что 400 человек погибших – это не геноцид, мне вопрос, а чем измеряется тогда ценность жизни? Одна, тысяча, миллион? Одна жизнь уже бесценна. Весь масштаб трагедии до сих пор ни в Европе, нигде не осознали. И самое главное, то, что... К сожалению, не понимают о том, что если здесь не остановить, то Путин двинется дальше. Чтобы не забыть, чтобы помнить,
Это нам говорят люди во дворах Ирпеня, в руках сжимая там же собранные пригоршни металлических осколков, проржавевших, с острыми краями. От огородов, окружающих Киев, война отступила, но цена была высокой. А шрамы останутся на всю жизнь. Перевод Ирины Штейнбоки, текст читал Сергей Герасимов.